Итак, это моя младшая внучка. Да. Поскребышь. Хорошо, что вы без микрофона сказали, а то мы слышим. Назарет ее не будет, Назарет она в слакатах спит, утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках лани, и подушка ее горяча, и горячу томит ей сон, и чернея бегут на плечах осы лентой с обеих сторон. А вчера вечеру у окна долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем звонче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Поздравляю бабушку, бабушку. Я тебя люблю. Поздравляю бабушку. А вот это, пожалуйста, это бабушке. Поэтому беги быстрее, обижайся, если бабушку не любишь. Галя, счастье, веселье, всего, чего ты захочешь. Ты думаешь, что будь здоровой и умничкой, все, я тебя люблю. Так, дорогие мои, прежде чем продолжим...